Ну, привет, народ. Как вы думаете, ну, куда я сегодня еду? Ну, все правильно, на рыбалку. Сейчас это, вот это, ну, переодеваюсь, а то, ну, под вечер, может быть, там, ну, прохладно, ну и вот. Давно-то вот это мечтал-то выбраться на рыбалочку, и вот это возможность уже сегодня. А вот, ну, сейчас это мы-то за участковым отправились и приготовил вот там это и червяков, и там еще, ну, куча, блядь, всего. И потом будем отправляться за рыбалочку и будем жарить, а фоточно есть сосиски. Сейчас это сижу в Винстаграме и зависаю, ну, подружек ищу тут, вот, и идите, ну, подписывайтесь, это на мой Инстаграм. Сейчас это перекура, а потом будем рушати. Сегодня погодка вообще суперская. Бля, ты через камеру бачишь? Батчака. Мы заедем в маяк, там где своего басаня, там я возьму кассу. Блять, я кошелек забыл дома, ёбаного. Ты что, дурак, блядь? Отвечаю. Терен, ты долбоёб? Да. Кошелек, нахуй, там за деньги, блядь. А червяком зашёл возьму. То есть это, опарыша зашёл возьму. Это спешка, понимаешь, сегодня? О, блядь, этот, ну вот, ну шо, ну когда человек, блядь, это не хатховится, блядь. Когда, блядь, один из друзей долбоёб, сука. Я приехал, блядь, 10 часов пешком, сука, с центра. С Марьяновки пешком и шел до, блядь, до... где магазин. Я тебе жопе прикрыл, блядь. Надо, блядь, накалите, блядь. Где больница, мол, бьется, блядь. Эх, это, блядь, жесть. Ну, у человека, ну, как у Хори тут сидел, у него в памяти вообще нема вот с этими танками, блядь. Только, ну, про танки, блядь, и думы. Ну, целый день и до утра зависать в танке. А этому никогда не играйте в танки, в самолеты там, а то-то это, ну, подсесть, и вот еще больше, например, ну, когда человек подседает, и он, ну, потом в них кидает еще хапки. А вот эта зависимость еще хуже, чем от наркоты. Ой, что-то нормально? Да, так, клюет, красит. Думаю, намного больше налоя. Так рыба же не клюет, где ты будешь ловить? Ну, у крутого месяца. Там, где все звезды ловят. Понятно. Ого, вот тут кольчик запасал, такое очко. Ну и сейчас это зайдем в супермаркет, это вот берем покушать и сейчас уеду нахуй. Лишка. Доллар, ну почему-то вообще, ну что-то не падает. Это без предел, люди. Вот ебать, одевать трусы, сука. Вот это съемочек серый, привет всем. Ну и вот это мы уже на рыбалке. Ну правда-то я, ну, протупил. Тут у меня нету крючка и, блядь, поплавка. И как это? А, и грузилы нет. Чушь? Это сегодня наша насадка. Фу, блядь. На, Серый. Шо на, блядь? Серый, иди, змеи. Вижу. Расскажи подписчикам.
карась клюет при... О, ебать, жаба, вот она, блядь. Слон серый! Ну, у тебя есть, блядь, крючки, что-то? Я не мазаю, просто я бы взял бы нахер. Это будет, ну, что пудочку держать? Ну, сейчас буду вот этой кошкой, ну, чистить это себе вот это место. Говорю, сука, метр кидай, нет, блядь, кинул, блядь. Тяни, сука, что ты встал? Что я делаю, понял? Грузило не скользило, типа. Потом не съезжало вниз, понял? Делаю, типа, узел и все, оно не будет съезжать. Там дырочки специально есть. Так зажми его просто, блядь. Я сажал. Ну все, хватит. Не, ну оп, съезжает, понял? Это плохо, и все. Ох, ебать, а сколько там грязи, блядь. Оп, футбол так на мулу воняет, это что там... Зуб вытаскивает траву. Ну, видишь? Самое большее, что вот я боюсь опарышей, вот этих белых, блядь, фу. А червяков, ну, 50 на 50. Возьми яйца, это одного, между зубами протяни. Если самец выкидывай, самку только бери. Понял, Серый? Серый, баска хитрый, я тебе говорю, отвечаю, попробуй. У тебя как раз дырка есть, между зубами, Серый. А ну иди сюда. Там... Я знаю, откуда охуенно видно. Зачем мне жирный? Мне надо маленький ребенок. Зажимать пальцем, тебе на косноги есть, блядь, снимать. Значит, будет зубами, блядь, он скользкие руки просто мокрые. Сейчас, о, возьмем, ты прижимаешь. Блядь, сейчас, о. Типа хвот, натяну. Блядь, сейчас. Чик, да ёб твою. Сука, как мелкий. Охуенно, наверное, ты ему объясняешь. Хлопцы натянул, просто, сука. Да мелкий, падла, понял? Них, о. Да и руки, блядь, у меня дрожат, блядь, не знаю, почему в уходе не бил, блядь. Вот, натягиваешь, блядь, чик. Пробиваешь, выберешь. Понял? Ну, пожелайте мне удачи, ну, чтоб я споймал, ну, червей их. Ах, блядь, и жаб, ну тоже боюсь, блядь. Ну, а мое время это выпить, это, ну, пивка холодненького. Что, брата, воду решил? Клюет, клюет, вот. Поймал. Серый, снимешь рыбу с хучка, если не хочешь? Как Серый называется эта рыба, Серый? Серёж, как называется эта рыбка? Так. Ну, кор. Карась ты. Ебать, я рыб... Так, ебать, я ребёнка споймал. Вот. Споймал, а ничего, сейчас пойдут ещё больше. У пацанам везёт. Вот такие хорошие, да? Это Серый, видишь? Новичкам везет. А я откую так кость? Это я шо, рыбак? Да возьми ее, блядь. Зажми нахуй. Теперь вытаскивай крючок. Так она скользкая. Сука, пизда у тебя скользкая. Зажми ее нахуй. Все. Держи. Вот, там где голова, бери. Все. И крючок вытаскивай. Спасибо, да тут и фотик вынула быстро. Да, через карман не лопай нахуй. Да за крючок возьми и вытаскивай. А бери рыбу. За крючок берешь и вытаскиваешь. За крючок, а не за леску. Крючок. Не на себя тяни, а в обратную сторону. Вот. Давай. Тяни. Как это, будь тягу, не бойся, ему не больно. Эхерей, это пиздец, блядь. Давай, блядь. Зажми его сильно, блядь. Давай. Его опустить, дать и вытаскивать. Да, сука, у него такая пасть, блядь. Да нахуй ты его глубже засовываешь. Только не пишите, ну, комментарии, это не умеют, там, вот, тут он
глубоко глотнул, сука. Дай сюда. Держи, пацан, держи его. На. Сейчас буду пиздец. А ёбаный в рот, блядь. Дэрон клюёт. Смотри, как взял, на бутербродик сопарится, слышишь? Так я так и делаю, мало червяка парится. Не, меня на чистые пары клевало. И, сука, Сейчас еще немножко и вырвем, но тебе зуб и запломбируем новый, блядь, не волнуйся, блядь, ты жить будешь. Обезопасить меня. Да, держи рот открытым, блядь, это, ну сейчас одну минуту, сука, я тебе поебалу еще сильнее, там, ты, сука, блядь. Ладно, держись, это, ну сейчас, ну все будет, ты у меня скользиться-то уже не будешь. Блять, уже не скользишь, да, блять? Терпи, блять, то твое ебало сейчас, сука, вырежу, блять. Да. Мне тоже больно, ну, когда зубы вырывают, блять. Ах, очередная рыбка. Ну, по-прежнему не могу снять, блять. А, сука, иди до дружка, то твой дружок там, блять. Снимайся, блядь. Ох, блядь, это шикарный вкус, блядь. Вот рыбалка подошла уже к концу, ну, нашему. И смотрите, сколько поймали рыб. Ну, и сейчас будем это читать их. В итоге мы ловили 13 штук, это за 6 часов. И вот, ну что-то я там в итоге-то ловил-ловил-то, блядь, и в итоге-то вот, ну что, я крутил-крутил и получилось, блядь. Пишите комменты, то, что вы хотите, ну какой блог еще вот увидит. И про что там, вот то, и... Ну, а на этом уже у нас рыбалка уже закончилась. И спасибо большое я за просмотр. И ставьте палец вверх. Пальца вниз нету.